В республике Коми прошли два мероприятия, посвященные актуальным проблемам подрастающего поколения. Молодежный отдел Сыктывкарской епархии провел круглый стол на тему зависимости от телевидения. А на следующий день в Государственном совете прошли республиканские родительские слушания. В Белом зале Дома епископа состоялся круглый стол, организованный молодежным отделом Сыктывкарской епархии. Он был посвящен обсуждению проблемы возникновения психологической зависимости от современных средств телекоммуникаций. В работе круглого стола приняли участие правящий архиерей епископ Петерим, представители государственных структур, отвечающих за работу с молодежью и средств массовой информации, члены общественной организации «Экологи Коми». Все участники круглого стола, представляя различные аспекты зависимости молодежи от телевидения и интернета, сошлись в том, что необходимо срочно принимать меры по защите от вредного влияния информационных структур. Позаботиться об этом должны и государство, и сами родители. Нельзя просто смиряться с тем, что значительная часть эфира занята информационной грязью. Общество должно вербализовать свой заказ на добрые и полезные передачи. На этом круглом столе и показали то, что как может повлиять телевидение. И что нам нужно предпринимать для того, чтобы, во-первых, соблюдался закон федеральный. И для того, чтобы мы-то приложили усилия, чтобы помогли каким-то государственным структурам начать вместе сотрудничать для преодоления вот этого агрессии, которая идет со стороны телевидения. Резолюция круглого стола была представлена на республиканских родительских слушаниях в Государственном совете. Тема слушаний – национальная стратегия действий в интересах детей, родительское участие. Наша задача – родители, школы, церкви обязательно выработать этот защитный иммунитет. Обязательно, чтобы была реакция, чтобы в наших инстанциях административных были эти мешки с жалобами от родителей. В слушаниях приняли участие депутаты, представители законодательной, исполнительной, муниципальной власти, общественных организаций, родительской общественности всех муниципальных образований, православного и мусульманского духовенства. По итогам республиканских родительских чтений было решено, что нужно создать единый государственный орган, отвечающий за соблюдение и защиту прав детей, за благополучное развитие всех категорий семей, разработать и вынести на обсуждение родительской общественности проект закона Республики Коми об общественном контроле, подготовить предложение по внесению в образовательные стандарты общего образования, программ подготовки школьников к семейной жизни и проведению семинаров по повышению родительской компетентности. Укрепление семьи – это первоочередная задача, решение которой поможет решить многие социальные проблемы. Нужна, конечно, и финансовая поддержка, потому что если в семье не будет хватать на самые элементарные предметы первой необходимости, это будет глубоко несчастная семья. Но мне кажется, что в обществе должна быть создана такая атмосфера, когда приятно и очень ответственно быть вот такой многодетной семьей, и она пользуется уважением в обществе.